Всем привет! Я живу в Индии и очень много рассказываю об этой стране. Индийцы – это очень верующий народ, который до последнего будет хранить свои традиции. А еще индийцы очень любят праздники и все яркое. Сегодня нас позвали на одно мероприятие, которое является первой частью из большого праздника под названием Джаню. И бывает, кстати, он только в высшей касте. Когда мальчик становится взрослым и самостоятельным, то проводится обязательный обряд по сбриванию волос и надеванию веревочки на тело, что всю жизнь будет показателем того, что человек из высшей касты. Да, каста официально отменили в Индии, но люди до сих пор сами себя разделяют по фамилии, и браманы всегда будут гордиться тем, что они из высшей касты. Сегодня же родители проводят первичный обряд и собирают как можно больше гостей, чтобы сообщить о том, что их сын стал взрослым, и теперь он будет носить на теле веревочку под названием Джаню.